Доброе утро! Вы смотрите «Утро» на седьмом канале, и самое время вкусно позавтракать. Как всегда, готовим мы в ресторане «Кадор» на Французском бульваре 66/3 вместе с поваром Александром Йорзом. Доброе утро! Доброе утро! Что сегодня будем готовить? Сегодня мы приготовим зеленый омлет с помидорами черри и моцареллой. Что нам сегодня понадобится? Нам понадобятся яйца куриные, помидоры черри, моцарелла, базилик, петрушка и чили-перец. Компоненты все простые, так что начинаем готовить вместе, займет это всего несколько минут. 3 минуты соберем, плюс 7 минут готовность в духовке. Отлично. 3 минуты это с вами. Яйца взбиваем сюда, обратно в шкарлупу. Как всегда. Яйца действительно очень полезный компонент. Кстати, многие спорят, какие все-таки яйца правильно кушать. Они должны быть коричневые, либо белые. На самом деле разницы нет абсолютно никакой. На вкус они идентичны. Единственное, что у коричневых яиц немножко толще скорлупа, и поэтому их проще транспортировать. Их больше ценят птицеводы. Ну а по составу никак не влияет. Еще одно яйцо. Ну что, я со своей задачей справилась. Мое дополнение. Работаем дальше. Соль. Угу. Немного перца. Так. И взбиваем это все блендером. Взбиваем на протяжении 1 минуты в блендере. Если нет блендера дома, можете нарезать мелко зелень и поместить в яйца, уже сбитые венчиком заранее. Так, немного оливкового масла на нашу сковороду. И выливаем нашу консистенцию. Угу. И отправляется в духовку на 10 минут. А компоненты все будем добавлять позже? Выкладывать сверху, да. Так, дождем. Достали наш омлет. Он был в духовке 10 минут при температуре 160 градусов. Угу. Теперь все просто. Целиком добавляем наши помидоры черри. Да, наверное, простота мужской профессиональной кухни. Мы, женщины, точно бы его меленько нарезали. Но тогда помидоры потекут. А так все просто. Помидоры черри, моцарелла, бэйби, или вот черри тоже так ее называют. Главное, вкусно, интересно, просто и быстро. Кстати, если есть омлет на завтрак, можно, оказывается, еще и быстро похудеть. Совсем недавно американцы провели исследование. Поделили людей на 2 группы. Одни из них ели каждое утро по 3 яйца в виде омлета, другие же вкусную булочку с каким-либо колбасой, либо маслом. Нам более привычный завтрак. Оказывается, омлет мало того, что приносит больше насыщения, несмотря на одинаковую с булочкой калорийность, но еще и помогает нам похудеть и выглядеть стройнее. Так что не отказывайте себе в удовольствии. Когда оно такое вкусное, это еще лучше. Последний штрих – это оливковое масло. Какая красота! Я одна столько не съем. Мне точно нужны помощники. Ну что же, не зря мы готовили в ресторане «Кадор» на Французском бульваре 66/3 такую вкуснотень. Операторы, налетайте!